Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю! Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси! Фашист недоделанный! Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Понял? Если по сапатке, то чуть сверху. Смотри еще. Видел? На меня не попало ничего.
Давай наверх. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что за мной не заслуживает ничего, кроме виселицы. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не... Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я и лес крик. А вот отличное решение. Забейте на лопаты. Экономно, очень гигиенично, вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут? Нету тут штукатурки, бетон один. Так, заключенный 130. Это вы произвели шум? Не я это, не я, богом клянусь. Продолжим. Что? Заключенный 78. Вы слышали посторонний звук? Так точно, господин начальник. И что это было? Смотри, смотри. Кусок цемента, господин начальник. Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там врачок. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнемся. Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Нет. Ничего, показалось. Зато, уродина, что ты наши гены погалил. На! Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри. Голову! Этот электрик там на пульсе переиграется, что зэков нам всех... Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать! Кормить тебя еще! Тебе ж подыхать все равно! А? Слышь, парень? Да, молодой человек. Вижу, что вы сюда не на прогулку пришли. Вот, твари. Нет, чтобы перестрелять просто. Сначала еще помочь. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то, ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, гер обершарфюрер. Thank you.
Ну ты даешь, парень, похоже. Как ты его? Да не тише, тише! Вот, суки. Услышь ты все, глотай газ! Да убери ты, ручище свои, все пальцы мне топтал. Что так подыхали нас? Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся. Один момент. Вот, так лучше. Чё слышно вообще? Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Что? Давай, в шлюз, живо! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу я больше! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо! Лампочка загорается, когда тебя видно! Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана, но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы! Но ничего, прорвемся! Ну, поскакай. Ты иди низом, а я сверху, прикрою, если что. Никто не выходит. Иди сюда! Повидал я всякого за свою трудовую биографию, но вот такое... Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабаш их не закончился. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к
коммунистам. Но Павел действовал как герой. Ну что, пока все, тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. За мной, не останавливайся! Невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцо, броник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейх все же. О, труба! Артем, давай сюда! Опа!
Ты подожди, а я гляну, что там. Черт! Что за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! По коммунякам стрелять без
Сдаюсь! Не стреляй! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Не стреляй!